Народ, привет, Фестина. Меня зовут Алексей Карпов, я автор Terra Permissionis, Земля обетованная. Что для меня духовные скрепы? Мое произведение имеет довольно смазанный по смыслу латинский текст. В целом он о природе и о ее смерти. Земля обетованная — это не где-то когда-то, это здесь и сейчас. Духовные скрепы — это наша природа.